Небольшой забор возле контейнерной площадки жители домов на улице Нового Вокзальная хотели установить давно. Контейнерная площадка здесь расположена практически вплотную к детской. Поэтому часто мусор ветром приносило в песочницу. Да и малыши нередко отправлялись на экскурсию к мусорным бакам. Дети здесь бегают, вот, и, ну, как им интересно, что там такое. Некоторые кладут вещи какие-то, они бегут смотреть. То есть не всегда за детьми уследишь. Чтобы решить проблему, инициативная группа жителей вместе с управляющим микрорайоном обратились за помощью к депутату. Общими усилиями нашли необходимые материалы и установили забор. На все про все ушло меньше недели. Опять же закрыть. У нас ведь ни материала, ничего же нет. Ну и начали разговаривать, просить. Есть такой РУ-4. Подошли, ребята, помогите. Мы сделаем все сами, только дайте материал. Ну вот все, дали материал, мы сделали площадочку. Теперь решать проблемы конкретного двора стало проще. В Самаре работают общественные советы микрорайонов, которые оперативно обращаются к властям за помощью. Нам необходима золотая середина, чтобы свои ресурсы и возможности и власть давала людям, и чтобы люди соучаствовали в мероприятиях, которые касаются благоустройства территории. Не только раз в год во время субботника, в апреле мы проводим месячник благоустройства, но и в течение года. С контейнерной площадкой вопрос решен. Теперь в планах у жителей в ближайшее время общими усилиями установить ограждение на газонах, чтобы водители не оставляли свои машины в неположенном месте. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, события.